Und eine Frage, und wenn das Problem wird nicht gelöst, was machen wir dann? Suchen wir andere Hotel oder leben hier draußen? Okay. Aber irgendwie können wir das reklamieren und jetzt, wenn wir das Problem nicht lösen, suchen wir ein anderes Hotel oder? Und dann, ja. Настроение дрянь. Сдают номер, в котором ничего не работает. Я просто в шоке, берут деньги за это. Всем доброе утро. Мы вчера приехали в отель, а комната, дверей в ванную в туалете нет, вообще поломаны. Кондиционер не работает, даже телевизор не работает. Оставили мы чемоданы на ресепшн. Сказали, мы в ту комнату возвращаться не будем, либо давайте новую, либо мы в новый отель ходим. Отель 3 звезды. Вроде так пришли, ничего, а оказалось, комната не готова. Как они сдают такое людям? Ну, короче, не будем о плохом, а пока понаслаждайтесь красотой синего моря. Лежик, не расстраивайся. Все сейчас наладится. Понял, что остров, да, вот такой вот. Вот здесь вот эта точка, вот она, крайне здесь. Мы гуляем. Здесь так ветер. Нам на дроне где-нибудь полетать или нет? С таким ветром. Здесь точно, да, надо уезжать на тротуар. Как реки любят ездить на мотоциклах. Тротуаром. Калимера. Калимера. Экскурсии. Вообще хорошее место, где снял ты отель. Старый город недалеко. Есть что посмотреть. И к морю очень близко. Только вот одна неприятность с этой комнаты. Мира. Киевские улицы. Знаешь, нужно как-то найти такое место, и туда ездить, да? Не, знаешь, я буду доволен, мне больше не надо. Ты любишь стабильность? Да. Итак, дорогие друзья, заселение, попытка номер 2. Ребята, привет. Короче, сегодня второй день пребывания, нашего пребывания на Водосе. Вчера нас вечером в пол первого ночи или в час вселили в номер, в котором ни хрена не работало. Кондиционер не работал. Телевизор, ладно, что с ним, мы его не смотрим. Так иногда фон его включаем, да? Вот. Дверь, вот здесь дверь смотрит, значит, здесь общая, значит, туалет с ванной, да, вот эта дверь, ее вообще не было нахрен. У меня есть фотографии, я могу показать. Там только эти петлички остались, да, а дверей вообще не было. Вот. На мой вопрос, значит, внизу ресепшн, где дверь, она так на меня посмотрела, как будто я с луны типа упал. Я говорю, как? Я говорю, вот петлички есть, а двери нет. Я говорю, две, где? Мне, говорю, показывали сидеть на горшке, чтобы на меня моя подруга, жена смотрела. Как? И знаете как? У нее сразу такая... включалось в голове, а, смотрите, вот здесь сейф есть, я вам покажу, как сейфом пользоваться, смотрите. Я говорю, мне нахрен твой сейф сдался, ты мне скажи, где дверь? Я хочу на горшке сидеть. Дальше, короче, ребят, смотрите, ванная, туалетная комната. Я не знаю, какой дизайнер над этим работал, руки ему обломать, но в таком номере вот такой вот умывальник, где можно только пальчики помыть, да, я вообще поражаюсь, короче, как можно такое вот творение сотворить, да? Сегодня, как я раньше говорила, мы там гуляли, да? О, кондиционер работает, ребята! О, даже кондиционер, а телевизор? Ну телевизор нам не нужен. Там даже не телевизор, там ничего не работало. В том номере ничего не работало.
Там вообще ничего не работало. И еще комната выходила на улицу, где машины, где люди. Я ночью то закрывала, то открывала. Но на первую часть, то есть если откроешь балкон, то вообще невозможно спать. А здесь нам дали на другую сторону уже сегодня. Сразу здесь на бассейн выходит. Улица там, но ее не слышно, так как было слышно. Я ночью не спала. В любом случае, денег тоже мы настояли. Денег есть, работает. В любом случае, мы настояли, Олег, то есть настоял. И нам дали номер лучше. Не, я сказал, ну как-то, вы знаете, я заплатил за все это, да, и я рассчитывал на это все, на все, на весь этот комфорт, да. Если вас не устраивает, верните мне деньги, я поеду искать здесь другой отель тут. Ну ладно. Ну, так закончилась, в общем, наша война, первая война. Первый день, да. Вместо того, чтобы пойти где-то к морю, да, поотдыхать, так мы ждали номер. На разборки, на телефонные. Звонил туда, да, я звонил, где заказывал, в туристическое, да, агентство, где я покупал путевку. Там мне помахали, пожали плечами, сказали, разбирайтесь там на месте. Я говорю, зашибись, я у вас покупал билет, то есть путевку, разбирайся здесь. Да, здесь с представителями в Греции, да, разбирайтесь. Здесь никто трубку не поднимает, в воскресенье они не работают. Что я удивился, в воскресенье мне подняли трубку в Германии. Ну ладно. Ладно, тогда. Вычеркнем все здесь негатив. Все. Продолжаемся позитив. Дали нам лучший номер, есть как есть, все хорошо. Кровати здесь хорошие, большие, мне нравится. Вот. Да, нормальная. Мы поужинали, еще вышли погулять. Это улица называется Бар Стрит. Для любителей тату. Но мы тату не любим, да, Олег? Мы не любим. В общем, вечерний остров Родос. Shape of You играет. Боже, сколько обработок. Как гамбургер. Ну, короче, кто ищет приключения на голову, то он на эту улицу, Бар Стрит. Вот. То есть там можно. Я слышала, что там не слышала, а видео смотрела. Там много наркоманов тоже в гамбурге. Да, там все, что хочешь, там весь брод, короче. Там собираются люди, которые хотят, не знаю. Ищут получить приключения на голову. Да, приключения, потому что там можно и по голове получить, и отберут что-нибудь. Кому интересна, да, такая жизнь, да, в Гамбурге. Что интересно, там сопутствует, значит, ту же полиция, короче, да? Uh-huh. Здание полиции, а рядом стоят проститутки, которые себя продают, короче. Прямо возле полиции, представляешь? Там есть улица. Видишь, этот
способ зарабатывания денег как бы легализован, разрешается, поэтому... Вот, короче, сама Репербан, себе работает. Вот улица Репербан, у нее много ответвлений, да? И там есть такая маленькая улочка, короче, туда вход женщинам и детям запрещен. Только мужчинам можно входить. Там заходишь, там вот такие вот ворота вот так вот. И, то есть ты можешь так вот пройти вот так, и дальше улица начинается. Дом, дома, слева-справа. И там женщины стоят как в витринах, короче, себе продают, короче, да? Вот. И там прямо на этих воротах написано «Вход женщинам и детям запрещен, только там мужчинам можно входить». На улице прямо идешь, тебе так дамочки подходят, мужчина развлечься не хотите, короче, знаешь, прямо так подходите. Привет, тут мы вот выбрались в старый город. Смотрим, посмотрим в старый город.